Уже более 20 лет в Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир» трудятся самодостаточные личности, познавшие горечь неудач, жизненных падений и сладость триумфа. За время военной службы многие из них добились немалых высот и, уйдя в отставку, не мыслят свою жизнь без служения Отечеству. Один из лидеров «Мегапира» – маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. Человек чести и долга, для которого служение государству и призвание, и награда. Фронтовик, человек неординарной судьбы, известный военачальник, крупный политический деятель, Дмитрий Тимофеевич по праву занимает видное место в истории нашей страны и ее вооруженных сил. Вот уже почти 20 лет он является членом Совета директоров Ассоциации «Мегапир», где возглавляет фонд «Офицерское братство», а также избран председателем Совета офицерского собрания Ассоциации. Под руководством маршала Язова фонд принимает участие в решении самого широкого круга проблем, касающихся вооруженных сил. Прежде всего, это всесторонняя помощь и поддержка участников Великой Отечественной войны, ветеранов вооруженных сил, офицеров запаса и членов их семей. Авторитет его очень высок в армейской среде, и кому, как не бывшему министру обороны СССР, могут быть хорошо известны болезненные точки нынешней армии. Дмитрий Тимофеевич Язов и сегодня в строю. Доказательством тому – его работоспособность и активность не только на поприще Мегапира. Он всегда в центре внимания общественников, журналистов и средств массовой информации. Сегодня в гостях у Дмитрия Тимофеевича главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель общественного совета при Министерстве обороны России Павел Гусев, которого он тепло встретил со своей супругой Эммой Евгеньевной у себя дома. Позавчера сказал, ты 40 лет командуешь мной. Ноль, да. Ну, я думаю, а кто будет командовать? Как здоровье и настроение? Здоровье немножко подкачивает. Как показывает история и практика, погибали на войне больше всего это младший командный состав. Как он уцелел в этой мясорубке, лейтенанты, они же гибли там месяц. Месяц, да. Лейтенант выживал, когда просто всю армию, всю войну пройти лейтенантом. То есть практически это нереально, это абсолютно нереально, это точно убивают. Ну, дважды просто повезло. Были периоды в истории нашего государства, и то, что, на мой взгляд, незаслуженно с вами обошлись. И ход переворота вы не собирались сделать. А Горбачеву поехали попросить увезти чрезвычайно положение. Переворот. А если воспользовался этим, что хунта нас обозвал и всех арестовали. Можно было захватить аэродромы, можно было бороться с ними запросто. Но была бы гражданская война. Зачем она нужна? Люди гибли. Из-за чего бы? Из-за того, что начальство. Я приказал ни одному аэродром захватывать, не стрелять, ничего. Как вот вы сейчас можете оценить и работу Министерство обороны, министра обороны, всех тех, кто сегодня, ну, воссоздает или работает на новую армию в нынешнем момент. Мне очень хороший министр. Мне нравится. Не потому, что нравится, что он красивый, что он делается. Нет. А он делом занимается. Вот то, что поднимает по тревоге. То, что выполняет задачи какие-то, это и нужно делать. При мне можно было делать? Можно. Делали группу войск в округах, которые на границе были. Мы отпускали специально, вот часы, специальные горючие. Сейчас армия на высоком. И высоко она содержится, и высоко ценится. А сколько
сколько делал комсомол в армии, армейский комсомол. Ведь воспитательная работа среди молодежи, среди вот тех, кто приходит, ведь да. держалась тоже на комсомоле. Давайте мы уберем слово «ленинский», потому что это уже он не нужен. Но давайте оставим, чтобы при поддержке государства оставалась такая же всесоюзная организация. Я вам хочу сказать, что вот у меня никогда не было сомнения в вашей честности, порядочности и чести офицера. Вот у меня сомнений никогда не было. Я хочу за вот эту честь и за вас выпить, и за ваше здоровье. Ноября 2015 года Дмитрию Тимофеевичу исполнился 91 год. Это возраст зрелости, мудрости, житейского и профессионального опыта. Возраст, когда можно окинуть взглядом пройденное, задуматься над свершенным, оценить достигнутое. Его знания и общественную активность высоко ценят высшее руководство страны и вооруженных сил. В день празднования дня рождения поздравить легендарного и последнего маршала Советского Союза пришли президент страны Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, а также известные политические и общественные деятели, военачальники, сослуживцы и друзья. Человек неординарной судьбы, он по праву занимает видное место в истории нашей страны и ее вооруженных сил. Извилистая дорога привела когда-то сельского мальчишку из далекого Омского уезда к руководству военным ведомством величайшей державы мира. И пусть не иссякают жизненные силы Дмитрия Тимофеевича Язова, так необходимые ему для продолжения служения своему Отечеству. На фронте Волховском комсвода бойцов в атаку вел вперед, а взводному тому всего-то лишь 19-й шел год. Но сквозь огонь и канонады, стремясь к блокадному кольцу, совсем не знал он, что когда-то слова услышит на плацу. Разрешите доложить, товарищ маршал, полк с победой выполнил приказ. Мы потерь не понесли на марше, прикажите смотр начать сейчас. Разрешите доложить, товарищ маршал, оборона Родины крепка. На защиту стать России нашей выступить готовы все войска. Годы мира вел сражения ты с подлостью иных вояк, но не сломили поражения тебя бесстрашный сибиряк. Ты знаешь, что жива отчизна, когда в ней армия сильна, и сделал все в солдатской жизни, чтоб снова слышала страна. Разрешите доложить, товарищ маршал, полк с победой выполнил приказ. Мы потерь не понесли на марше, прикажите смотр начать сейчас. Разрешите доложить, товарищ маршал, оборона Родины крепка. На защиту стать России нашей выступить готовы все войска. На защиту встать России нашей выступить готовы все войска.